на свой видосик, который я удалил, опус, я решил сделать еще свой собственный комментарий. Итак, смотрим с вами, и я еще кое-что прокомментирую. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я только что закончил свой тренинг. Такой тренинг мне понравился. Тренировочка такая была, ну, можно сказать, средняя, но показала, что толк есть от того, что я тренажер там переделал и прочее. В основном, если взять 2022 год и сравнить с этим годом, я практически топчусь на месте в основных показателях. Но зато я заметил, в некоторых других у меня идут улучшения. Не все идет так, как хотелось бы, к сожалению. Для того, чтобы прогрессировать в этой изодинамической гимнастике, надо существенно перестроить свою личность, перестроить образ своего мышления. Ну, тогда что-то будет получаться. Ну, а мы с вами, кот-бегемот, так, перейдем к вашим комментариям и упоминаниям. Что я хочу сказать? Сяду, чтоб ракурс был другой. Как сказать, я не казался слишком толстым. Чтоб я не казался толстым, нежели я есть на самом деле. Видите, могучий грудник и так далее. Кстати, грудник у меня от природы был не такой большой. Я его расширил, занимаясь в свое время тренировками. Итак, а как я его расширил? Я еще тогда, в то время, прочитал. Это приседание, чтобы вы приседали где-то от 8, где-то до 12 раз. Ну, больше 15 не следует, потому что там и веса. Я веса такие брал, знаете, хорошие, чтобы уж проработало, так проработало. То есть это были веса, чтобы вы хорошенько потрудились, приседая от 8 там, до 12 раз. И после этого я брал блин, 20-ку или там 15-ку, и ложился на скамеечку, и за голову отводил, и как бы дышал так. То есть приседания давали нагрузку, ну, будем так говорить, на легкие, на кровеносную систему. То есть хотелось там дышать. А вы еще с блином дополнительно растягивали грудную клетку. И вот по сравнению с сыном, у меня она чуть ли не в два раза больше. Комментарии и упоминания. Вот пишет на предыдущую видосик аутоиммун, карасинный склероз и прочее. Зинглер Плей. Давайте посмотрим, кто это такой. Зинглер Плей. Ага, смотрите. У него канал есть. 88 видео, 47 подписчиков. Каспийск, Дагестан. То есть человек увлеченный по-своему. Я так понимаю, где-то даже-то путешествует. 47 подписчиков. Ну ладно. Так вот, этот подписчик пишет, 5 дней изменено. Ух ты, 5 дней назад. Хорошо жить в неведении. Знаете, хорошо жить в неведении до определенного момента. А этот момент, знаете, наступает тогда, когда вас погонят на убой. Вот в неведении даже все есть, тара-та-та-та-та-та, прекрасно, отлично. А потом только хопочки, грубо говоря. Швейцарская клиника, супер-дупер там профессионалы. Вы туда приходите, чтобы, так сказать, в расцвете сил и материальных накоплений, проверить свое здоровье, чтобы дальше жить и наслаждаться. И вот вам делают, чтобы лучше там что-то там просветить, лучше увидеть. Мы с вами сделаем МРТ и введем там контрастный какой-то раствор, после которого, как в народе говорят, человек склеивает ласты. Вот. Жить хорошо в неведении до вот этого момента. Так, хорошо не знать об этом предмете — микробиология. Ну, может, кому-то интересно не знать об этом. Ну, просто, опять-таки, мы с вами просто беседуем. Вот если я человек, который заслуживает вашего внимания,
потому что я надеюсь, что я беседую с людьми, которые самостоятельно мыслят. Мы с вами беседуем. Немножечко я дополню. Случаи, конечно, для человека ужасные. Благосостояние, вроде и здоровье есть. Ты доверяешь людям, вот, вроде же они же и выучились, вроде же это швейцарская клиника, действительно. А вот получается, что направление выбрано неправильно. Вот если совсем другое направление будет, в сторону какому-то, знаете, вот, ближе к человеку, рассматривать его не как, значит, вот этот кусок мяса, который надо просветить, который надо чем-то наполнить, еще что-то с ним сделать, еще там что-то там такое сделать, то результаты там будут другие. А тут вот такой подход, ну, кто лежал в больницах, кому повезло, был какой-то человеческий уход, те знают. А так, значит, считается, согласно протоколу, что лечение должно быть так идти, и человек, как машина, должен вот поправляться там, соответственно, в этому воззрению. А так не происходит. То есть, биологические законы работают несколько совсем по-иному. И вот это именно и не учитывается. А сейчас мы тебе накачаем, сейчас мы тебе обезболим, сейчас мы тебе еще что-то сделаем. Ну вот все, женщина меня спрашивает, ноги отекают, что ж там делать, почему вот... такое со мной. А был укол сделан, обезболивающий вот этот в спину. Попали там или не попали, или еще что-то там такое. И произошло нарушение. И вот как после этого быть? Нечто подобное было у меня, только не с ногами. Мне вырезали аппендицит там. Ну да, было такое воспаление. И когда вырезали, показали, что да там, ну просто, знаете, вот оно бы прошло и нормально было. И вот после того, как вырезали аппендицит, геморрой был. Молодые годы, лет на 20 он у меня с лишним, наверное, как дал мне прочувствовать. Ну, сейчас все нормально, нормализовалось. Так вот, что сделать этой женщине, у которой, значит, ноги слоновыми становятся? Вот она и то пробовала, и все пробовала, пятое, десятое. Вот стереть последствия вот этой вот травмы. Этих вот обезболивающих уколов, которые вызвали сбой. Да, кстати, там и мениски удалены. Ну ладно, сбой, вот если этот после укола это все было. То есть поголодать. Причем недельки три. Несмотря на то, что и вес может быть низкий, и там другие какие-то якобы противопоказания. А надо вот это все стереть. То есть поголодать, чтобы вот это вот все там вышло, остатки этой химии, организм сам попробовал себя нормализовать, чтобы вы ему не мешали нормализовать. Ну, гарантии никто не дает, но, по крайней мере, раз вы там все попробовали, можно этот попробовать сделать, насколько там вам хватит. И вот еще там было, что вырезаны мениски. Мениски тоже это не как-то, знаете, вот эти вот все эти операции. Мы смотрим на человека, опять-таки, как на кусок мяса, вроде бы анатомия так, согласно анатомии мы то-то сделали, и должно быть все нормально. Но существует еще так называемая тонкая анатомия. И вот когда вмешиваются вот эти все хирургические операции, то идут нарушения в тонкой анатомии. А чтобы ее восстановить, ой-ой-ой-ой-ой, я даже об этом как-то, знаете, еще и не задумывался. Я только вот более-менее для себя разобрал физическое тело, как там с ним работать. А если нарушение в тонком теле, то там применяются совершенно иные методы, чтобы вы это знали, понимали, почему так происходит. И вот эти все, допустим, лекарства, там, которые там якобы скачивают жидкость, там, они, ну, опять-таки, пытаются воздействовать на физиологическом уровне и, грубо говоря, вот, знаете, вот как бы сказать, сбрасывают. Но на тонком уровне они ничего не делают. И кончается курс приема этих всех мочегонных там средств, трав. Причина как была, так она остается. И пошла-поехала. То есть здесь я бы лично для себя, я бы поголодал бы и вдобавок еще почистил полевую форму жизни. Так это капитально. Я в свое время, когда ее очищал, мы с вами беседуем, да? Друзья, я
понял важность этого, а понял это я тогда, когда я все прочувствовал на себе, как это работает, где что, где эти там блоки у меня. Я раз за три в день дышал утром, в обед, вечером, а то даже чаще. Ну и продышался до тех пор, пока вот этих блоков, которые были у меня, они ушли. Ну вот так вот. Вот микробиология. Лично меня кое-что интересует. Кое-что интересует, потому что от этого зависит качество моей жизни. Например, такие вещи, как, допустим, грибки на ногах, такие вещи, как, допустим, герпес, такие вещи, как стоматит, это то, что кроме грибка на стопах ног, это то, что у меня там было. Как с этим справиться? Иначе, вот не зная об этом предмете, а этот предмет просто-напросто вас со временем съест. И вот опять-таки вы сами порассуждайте. Вот онкология возникает, вот она возникает. С чего бы там она возникала? Лично я считаю, это эволюция, внедрение тех же микропаразитов типа бактерий, грибков и прочее-прочее, которые начинают жить в организме, захватывают потихонечку организм и только опа, и говорится, и кирдык пришел. То есть кирдык пришел, внедрившись в организм, они сначала существуют, ну, будем говорить, как, так скажем, как отдельные особи там. Допустим, бактерии или еще там, знаете, вот отдельные грибки пока. А потом они могут делать, грибки, плодовое тело. А вот это плодовое тело как раз и будет опухолью. Плодовое тело грибка. Потом вот это, размножение бактерий вызывает вот, появление специфической слизи в ткани, которую также можно расценивать и так, и сяк, и иначе. И в результате там образуется, там, допустим, та же мастопатия вот от той же слизи, та же может образоваться онкология. Против этого надо использовать совершенно иные методы, которые бы изгоняли эту патологию, эту болезнетворную ерунду из организма, вот эти вот микроорганизмы болезнетворные, но организм оставляли целым. А тут же не хотят вот это понимать. А если вот этот опухоль мы у тебя отрежем ее, вырежем, так позвольте, а там это вы считаете, что это опухоль, а если это грибница, да она там проросла по всему организму, и потом она дает рецидивы в том или ином месте. Ну так. Так, знаете, для самостоятельного размышления на эту тему. А мы об этом не знали, а мы там не думаем. Вот лечат онкологию, а при этом даже они не смотрят на человека в целом. А там у него такие грибки на ногах, что десятилетиями они убыли. Которые, естественно, дали свои соответствующие результаты. Эволюция всех этих микропаразитов. Итак, дальше пишу. Поверю в ваши опусы, видите, в мои опусы. Якобы это мои опусы. То, что я вот написал, понравилось да, словечко опусы. Знания, так далее. Что означает работа? Это все, как бы сказать, то есть человек не понимает, где рассказывается о клизме, а где рассказывается эта общечеловеческая процедура, придуманная там много тысячелетий назад, а где мой опус? Вот это вот разница. То есть, поэтому я вам и предлагаю, чтобы вы думали здраво, рассуждали, где что вам преподносят. Кстати, я посмотрел тут, между делом, вот был день медработника, и я, знаете, как-то с такой ясностью и понятием для себя уяснил. Это несчастные люди, медики. Они работают там, кто там за гроши, кто там, ну, за большие деньги. Работают в этих клиниках, сидят вот этот с больными там имеют дело и так далее, так далее. И им, собственно, то есть они вроде бы как лечат людей и пытаются их сделать здоровыми, сами пропадая дни и ночи, потому что надо, чтобы что-то иметь, полторы ставки, две ставки, еще где-то там подработать. Свое здоровье
они не следят, они не здоровы, потому что вот эта вот работа им не дает времени подумать о том, а как быть здоровым. И вот что касается именно здоровья, здорового образа жизни, в этом плане, в этом направлении работают единицы. И более того, работают единицы, но важно своим собственным примером показать, о чем вы достигли. Вот если люди там лечат, а потом сами только хоп, онкологией заболели, и все, лечат, сами там болеют там герпесом, сами там болеют каким-то там псориазом, сердечно-сосудистыми, хотя там делают операции и так далее. Ну что это такое, как бы сказать? И вот, кстати, почитайте вот эти вот оконца, которые я взял, профессиональное заболевание медиков, общаясь с больными людьми, хотя бы просто регистратура, хотя бы просто там к врачу пришел, там, он там лекарства выпишет, он может от них получить ту или иную заразу. Интересные вообще вот эти вот таблички. Профессиональное заболевание медиков. Те люди, которые действительно занимаются здоровым образом жизни и занимаются не год, не два, даже не 10 лет, а занимаются вот как я всю жизнь, вот, а что за результат, в конце концов, они могут показать? На него можно равняться или не можно равняться? Я вот вам показываю, ну, вы там смотрите, вот рассуждаете, что, что, как, пятое, десятое. Ну вот, посетитель как раз пишет, поверю в ваши опусы, если излечите у себя аллопецию. Люди не разбираются, где аллопеция, где там, грубо говоря, лишай, где там прыщи, там, и что там за прыщи, где там грибок, где там, допустим, еще какое-то отклонение. Они в этом деле не разбираются. Что-то придумывают, что-то рекомендуют. А у меня нету аллопеции. Вот в чем дело. Аллопеции-то нету. Вы хотя бы понимаете, что такое аллопеция. Чтобы вы были в курсе дела. Кстати, вот на прошлый видосик, вот это аутоиммунка, рассеянный склероз, кот-бегемот написал кучу рецептов, якобы на рассеянный склероз, то есть непонимание. Люди думают, что рассеянный склероз – это больные сосуды, а рассеянный склероз, оказывается, это больная нервная система. Значит, разрушаются нервные волокна там по каким-то там причинам. Но это не сосуды. И вот перечисляет вот эти рецепты и так далее. У меня просьба ко всем. Не надо писать какие-то рецепты на моем канале. Заведите свой канал, и там что хотите, то и делайте. Не надо писать на моем канале рецепты, которых вы не делали, которых вы особо и не проверяли, и не знаете. И вот так получается, что рассеянный склероз у вас те самые сосуды, а аллопеция это у вас там, вы думаете, что... И получается, вы даже сами не понимаете, что, грубо говоря, вы несете. За аллопецию считаете просто, бы говорит, нормальное облысение. И что вы пытаетесь советовать. Итак, я... От вас желаю, чтобы был изложен, если вы хотите, поделиться своим собственным опытом. А вот я делал действительно там, вот такой-то рецептик я взял, я сделал, и у меня, грубо говоря, там сошла бородавка. Я сделал то, все, пятое, десятое, и у меня там давление там понизилось, и вот оно понизилось, и больше не повышается. Ну, примерно так. А не то, что откуда-то взяли, там у Степановой травницы, еще у кого-то и так далее. И вы это все тут это самое. Вот я, мол, что знаю. На поверку оказывается, а вы ничего не знаете. Вы в такую несете, знаете, вот надо туда идти, а вы совершенно в другую сторону. Ну, вы же читали. Рассеянный склероз – это сосуды, а это нервы. А аллопеция – это когда волосы выпадают. Грубо говоря, человек лысый там становится, да? Они выпадают, видите, так, очагами. А есть такая тотальная аллопеция. Это когда не просто волосы у вас выпали на голове, у вас на бровях выпали волосы, и на ресницах волосы выпали. Это тотальная аллопеция. Не знаю, под мышками выпадает или нет. И причем там так своеобразно лысый. А так все сказки для детишек.
Ну как слабо? Вот знаете, опять-таки, я уже в который раз там рассказываю и так далее. Вот мне идет 70-й год. За это время все, что вот, мне хотелось, я этого добился. Добился, пришел с такими вот результатами. Вы видите меня внешне, значит, вы там, грубо говоря, благосостояние и так далее, энергетику и прочее, прочее. Подчеркну немножечко. В некоторых случаях, двояко здесь, я даже не ожидал, что я могу получить вот такой трехэтажный дом, где мы живем вдвоем с женой, построить. То есть я такого даже не ожидал как-то, у меня в голове такого не было. А кое-где, допустим, я думал там, ага, от витилиго избавиться там с помощью голодания или еще там чего-то. Вот это у меня не получилось. Где-то произошло больше, чем я ожидал. Ну, а где-то произошла какая-то недоработка, ну, которая на качество жизни практически и не сказывается. Кстати, трое детей у меня. Так, между делом. Вот я добился для себя, и не то, что я кому-то там показывал, что я там лучше или еще что-то. Вы, ну, не будем говорить вы, а я. Я показал себе, что я чего-то достоин в этой жизни. Я свою жизнь сделал совершенно иной. Совершенно иной и своими собственными руками, а в основном своей собственной головой. Вот что важно. Конечно, смотришь, что там другой что-то там сделал. Что-то такое, ага, вот это, как-то немножечко может тебя цеплять. Но основное заключается в том, вот он сделал, вот можно сказать, а тебе слабо это сделать? А почему у тебя вот не трехэтажный дом, там, не две машины, там, не участок-то? Ну, это так, к примеру. А почему ты там, ну, примерно так, я думаю, понимаете. То есть у каждого свои какие-то приоритеты. Вот мне хотелось в музыке создать свой собственный альбом. Я в этом деле, ну, просто у меня, ну, как я считаю, есть чувство, скажем так, громко, прекрасно. Вот я вижу, слышу, там вот такая какая-то, какие-то звуки, они вот хороши, вот так. И как-то я их пытаюсь сложить в мозаику, которую я вам показываю, и что-то получается. Вот, хотелось сделать свой альбом, чтобы, так сказать, а вот певцы, вот они там поют, вот они сочиняют, а ты как бы сказать, вот, ну не можешь. Сделал. Так вот, это в основном касается не кого-то, а именно вас. Оказывается, можно честным трудом добиться очень и очень больших результатов. И, конечно, для всех остальных людей вы будете непонятны. Как так? Не воровал там, не торговал там, а вот это, оп, построил дом. То есть дом построился до первого канала. Вот. А потом уже пошел дальше. И не просто ты пошел куда-то, начал себя предлагать, а вот я. А тебя пригласили. Так, насчет, значит, вот витилиго. Я еще разок повторю, и больше я к этой теме не буду возвращаться. А я-то знаю, вот не зря я вам говорил, что прежде чем от чего-то лечиться, надо узнать причины, от чего там, допустим, возникает та же витилиго. Витилиго – это белые пятна. Ну вот, у меня на руках, вы видите, белые пятна. Как это все появилось в первый раз? Я уж не буду рассказывать о том, что роды, когда я родился, были очень тяжелыми. Об этом мне как-то неожиданно для меня самого рассказала мне сама мать. Ну, я уже был довольно-таки взрослым ребенком, ну, не знаю, сколько там мне было, лет 15, что ли. Вот она рассказала об этом, если не старше. Что меня отнесли умирать, ну, не умер, отдали, так сказать, мамке и так далее. Так вот, вернемся, значит, дальше. То есть это было сильнейшее потрясение. Это первый, так сказать, огромный удар,
который уже оставил свои какие-то следы. Причем следы это от вот таких переживаний остаются на всю жизнь. Они могут испортить вам судьбу, они могут очень многие вещи сделать. И так вот, что я хочу вам сказать. Я хочу сказать следующее. Когда я начал заниматься очищением полевой формы жизни, то есть с помощью этого дыхания, я дошел до того, что я пережил момент роду. То есть это было очень интересно, как голова пошла по родовому каналу, она соответствующим образом изогнулась, это во время дыхания. Да? То есть я пережил этот момент, и он, как бы сказать, ну, возможно, перестал на меня влиять. Это очень важно понимать, что то, что мы с вами осознанно, а особенно неосознанно пережили в своей жизни, оставило большой след, который влияет на нас, и мы не понимаем, почему мы так поступаем. А это оказывается, знаете, как в компьютере вот эта вот вирусная информация лежит, и она портит программу на компьютере. И пока ее не удалишь, вот это вот все и будет вестись. Вот нечто подобное происходит, когда мы получаем какие-то травмы, какие-то вот такие вот, проходим через сложные жизненные ситуации в беспамятстве или в неосознанности. Это очень важно понимать. Ну, допустим, какие следы, я так вспомню. Я, грубо говоря, с вами беседуем, откровенно, честно, но долго писался. То есть я не мог уловить вот этот момент, когда надо вставать и идти, значит, в туалет. То есть где-то, наверное, лет до 3, что я уже помню хорошо, вот ты такой большой и так далее, писался, значит, все. Ну, теперь уже не писимся. Это так. То есть какие-то вещи оставили вот эти роды. Далее, в 7 лет после того, как окончил я первый класс, меня для того, чтобы отдать в пионерский лагерь. Вы знаете, вот за ребенком, чтобы он вот не получил нечто подобного такого, как я, то есть не засунул куда-то там пальцы в дверной проем, куда-то там не стал, где-то там вот так не перебежал. С ним надо проводить беседы лет, наверное, до 10. Такие довольно-таки плотные. Они должны быть не навязчивые, но разъяснительные. Вот что касается оздоровления, знаете, как содержать свой собственный организм, по крайней мере, не вредить ему. Потому что дети не знают, не понимают, то они там воды перепьют, то они наедятся зеленых фруктов, то еще что-нибудь сделают. Как-то надо их вот объяснить, показать, рассказать, чтобы это их сохранило. Я рос один, бабушка, дедушка, папа, мама. Папа с мамой посменно работали, дедушка тоже работал, я там только с бабушкой был, бабушка там занималась своим там хозяйством, и все. То есть мною никто не занимался. И вот это вот так вот вышло. А если занимались, просто посадили, рассказали, и как-то теплее, именно вот в то время надо было уделять ребенку внимание, теплее были бы отношения мои там с родителями, ну и вообще все бы это было. И как-то бы лучше понимали впоследствии. Следующим. А так получилось вот нечто такое, как, знаете, просто живешь в семье, которая тебя кормит, дает место для того, чтобы переночевал, а более особо, ну, ничего. И при этом у родителей возникают такие мысли, что ребенок сам все схватит, грубо говоря, научится там и читать, и писать, и правильно поступать, и правильно относиться, и как взрослым, и всему этому надо ребенка обучить, с ним надо поговорить, чтобы это все было. И причем в такой интересной форме, занимательной, уделить ему время, сходить там на ту же рыбалку, или еще там в парк, чтобы это было интересно, и ребенок запомнил вас, как родитель, не тот человек, который родил вас, а тот, который вот проявил вот эту вот заботу, теплоту, и вот это вот обучение, он первоначально вложил в вас некое знание, которое вы дальше уже понесете по жизни.
надо было собрать документы. Ну вот с отцом мы ездили там по этим больницам, собирали документы, и я, идя домой, отец говорит, ну я сейчас поеду туда, там что-то там заберу, а ты иди, сынок, домой. И я вместо того, дитё малое, неразумное, чтобы сзади автобуса дорогу переходить, хотя бы об этом рассказать, как дорогу переходить. Автобуса. Быстренько перебегу, вроде оттуда нету, и значит я быстро. А как раз машина заехала за автобус, и я ее не видел. И я выбегаю, и меня, значит, там, Бобик Рафик этот, военный, сбивает. Вот просто сбивает. Получился, не такая травма получился. Хотя, вот у меня одна нога слабее, по-моему, левая слабее. Левая половина вообще слабее. Даже где-то шрам, он уже, конечно, уже его особо не видать. Вот она стала слабее. Вообще левая половина из-за этого, видать, левой половиной я ударился. Она стала, ну, процентом, наверное, на 10-15 слабее, чем правая. А может так и назло быть. Ну, я же с вами беседую, рассуждаю. Это особенно хорошо вот сейчас видно. Ну, раньше, когда я спортом занимался, допустим, в жиме лежа, правая рука прет, левая отстает, и за счет этого ты ну, гораздо меньше жмешь, чем жал. А сейчас вот именно почему нога, я когда давлю, лежа давлю вес двумя ногами, то можно даже на видео увидеть, как левая нога, особенно на больших весах, она начинает отставать. Правая уже и продавила, выпрямилась, а левая вот еще не додавливает. То есть левая половина стала слабее. Вот, то есть было потрясение. И вот после этого потрясения, примерно месяца через... Что такое потрясение? Я еще вам тут дополню. Потрясение – это не просто так. Смотрите, у нас имеется поле, наше поле. Наше поле, мы думаем, что это что-то воздушное, что это легкое, что это такое. На самом деле, именно наше поле является мощнейшей структурой, очень инерционной. И когда происходит удар, то прежде всего, вот смотрите, поле, грубо говоря, как бежало, оно так где-то и побежало, а... Тело уже от удара, оно остановилось. Кстати, вы можете вспомнить фильм «Призрак», где убийца попал под машину, и он тело, вернее, он выскочил в тонком теле из тела, когда машина его ударила. Выскочил, он просто так встал, думает, это... А потом подошел, видит, а его физическое тело разможжено. Тонкое тело обладает очень большой инерционностью. Оно... грубо говоря, очень тяжелое. Оно, возможно, раз где-то 95%, если так бы сказать, массы нашего организма находится в тонком теле. Просто мы его не можем взвесить никак. А всего лишь навсего вот этот вот процентов 5 – это физическое тело. И вот эти все изменения, особенно от ударов, когда это все смещается, а потом неизвестно, как она займет свои позиции в физическом теле, будет зависеть от того, как будут работать функции физического тела. То есть не так вошло тонкое тело в физическое, и уже все, пошел какой-то сбой. И человек не знает, не понимает, а что же происходит. И опять-таки лечить таблетками это все просто-напросто бесполезно. Тут совершенно иные должны быть методы и средства. Ну, допустим, более простое – это голодание, когда вот не мешаем нашему организму, чтобы он как-то наладил, соединился сам с собой. Ну, и плюс там другие разные методы, когда человек входит там в транс, когда он, знаете, вот этот вот там еще в трансе орет, там вот это выбрасывает из себя там негатив или еще там, ну, короче, восстанавливает. Такие интересные вещи есть. Полтора возникли вот эти вот белые пятна. Сказали, витилиго. Ага, ну, витилиго. Ну что, смотрите, было потрясение. И для того, чтобы его убрать, надо, значит, вот это потрясение вывести. Естественно, обратились к врачам. Что сделали врачи? Врачи на это
потрясение, то есть вот на причину им, они не знают, и им наплевать. Ага, белые пятна есть, значит, их как-то надо убрать. Как надо убрать? Есть такое, значит, тогда лекарство Бироксан, довольно-таки дорогое, редкое было. Значит, в виде, я хочу еще дополнить. Вот смотрите, если был, вот тут разные вещи, если было вот такой вот, грубо говоря, удар от машины, и выскочило тело, не совсем соединившись правильно, вот это может давать сбой в виде вот таких вещей. Причем сбой дается, самое интересное, на, ну, лично у меня, на, в местах, где имеются, ну, суставы. То есть это пальцы, это вот здесь вот, даже интересно, не здесь вот, а вот здесь вот, видите, тут белые пятна. Далее, под мышками ничего нету, на плечах ничего нету, на спине особо ничего там нету. Далее идут не со стороны задницы белые пятна, а вот со стороны паха. Большие белые пятна вот здесь вот имеются. Как бы сказать, поле, вот, где оно наиболее подвижно, оно вот как-то отделилось. Далее колени идут, стопы с пальцами. То есть вот интересно даже такая вещь, как бы произошло отделение вот этого поля от физического тела и не стыковка именно в местах, где больше всего идет движение. И возможно, вот я немножко вперед забегу, это должно быть такое глубинное расслабление, которое бы позволило физическому телу и полевой форме жизни соединиться и занять свои места. Мне буквально таки сейчас это пришло на ум. Это раствором мажешь на эти белые пятна, и они подвергаются кварцеванию. И плюс еще таблетки. Ну, да где-то я, наверное, около месяца или недели три примерно так пролежал. Вроде бы они начали, покрылись сначала вот этими пятнышками пигментными. Вроде как дело пошло, потом нет, все, пропало, никуда ничего. То есть как были белые, так и остались. И вот от этих таблеток, они, видать, довольно-таки какие-то сильные, у меня развилось малокровие, и вообще что-то стало твориться, грубо говоря, с психикой. Я говорю, мамка, забирай меня, я тут уже не могу, и прочее. Там лежать в этом кожно-венерическом диспансере. Убрали. Хочу сказать, что причин возникновения, допустим, того же самого витилиго, довольно-таки большое количество. И каждый вообще человек свои болячки наживает сам. Это может быть вот потрясение, ну, допустим, в данном случае витилиго, от того, что был удар. Далее, от испуга, я забегаю вперед, от испуга, вот тут у меня дальше был там испуг. Вот. У Майкла Джексона был испуг, когда у него шевелюра загорелась. И просто какие-то факторы еще действуют, что вот они появляются. И возможно, в некоторых случаях, что вот это лечение и может помочь. Потому что я для себя проработал витилиго, нашел массу различных методов, как люди там избавлялись. Но вот они же не пишут, а какие причины у них были, следствие, что там мазали спиртовой настойкой стручкового перца, потом там загорали, и это все там проходило. Вот так вот, ну, послушаем дальше. Меня оттуда пятна как были, так и оставались. Ну и так как у нас родная сестра, моя тетя в Сочи жила, мы к ней приезжали отдыхать, она там встречалась с профессором, ну и профессор говорит, ну хрен его знает что, возможно, раз это испуг, надо его еще разок напугать, а там что получится, то есть не вывести, а якобы клин клином. Может, дурачком станет, а может, все это пройдет. Ну, мать послушала все эти рассуждения профессора или какого-то там этого самого консультации. Не стали делать. Но это вот в один год я лечился, другой год там еще. Короче, на 9-м году как раз я закончил школу, каникулы настали, и маманька нашла бабушку, которая выливает испуг.
Что собой представляет процедура выливания испуга? Значит, ты приходишь к этой бабушке, садишься, она наливает в ковшик воды из-под крана свежей, держит его над головой у тебя и начинает шепотом, именно шепотом, который вводит вот в транс, который вводит в гипноз и так далее, начинает читать длительную молитву. Значит, вот этот мозг туда, грубо говоря, сознание погружается, ты расслабляешься, расслабляешься. А вот этот, возможно, ну да, расслабляешься. Я хочу сделать для себя вот такую запись шепотом, ну так минут на 10-15, возможно, какую-нибудь молитву взять, ее можно там несколько раз там повторять, и вот так вот шепотом прочитать, записать, и потом, грубо говоря, перед сном там, или, может быть, с утра, прослушивает, то есть когда вот ты отходишь ко сну, чтобы добиться вот этого вот, максимального расслабления. То есть это очень хорошая вещь. Ум, как правило, он реагирует на какие-то звуки. Особенно если, допустим, глаза закрыты, он начинает реагировать на звуки. И вот за счет того, что вот эти вот звуки такие шепотом, он усиленно почему-то, знаете, не на речь, а именно на шепот усиленно прислушивается, и вот, как бы сказать, происходит такое вот, не то что уставание, а вот какое-то расслабление. То есть он слушает, 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 и в конце концов вот происходит сильнейшее расслабление. То есть я вот хочу вот эту вещь попробовать. Я вот думал, а тут заделаю такую штуку. И вот это вот вся, как бы сказать, вот этот вот испуг, переживание в виде, будем говорить, сгустка информации, как бы сказать, он тут где-то у нас над головой и плавает. Это очень интересная вещь, вот если рассматривать ауру, и что в ней находится, какие эмоциональные переживания были, там испуги и прочее, какие у нас эти самые комплексы. И так далее. Все это имеет свой собственный отпечаток. Значит, смотрите, вот оказывается в интернете, я вот как-то не нашел сейчас, а видать это или стерли это, или ну куда-то удалилось. Может, вы мне подскажете. Много лет назад была такая информация, что, по-моему, одна женщина научилась фотографировать полевых паразитов. То есть в определенном там фотоаппарат как-то она там, не знаю, светофильтры или еще что-то использовала. И фотографировала человека, и, как правило, этот полевой паразит, который управлял человеком, он, знаете, как у слона наездник находился над головой, именно вот здесь. Центр управления вот здесь вот как раз. Вот эта вот процедура очень интересна. Она не просто вот, как бы сказать, расслабляет. И этот полевой паразит тоже здесь находится, что он уже там жидкая среда, как уже в жидкой среде, ну, остается. И потом, когда мы льем воск, а в некоторых случаях я слышал, даже льют расплавленное олово воду, ну, ковшик снимает, вот так джик, налили, что именно вот эту энергетику связывает воск. То есть это довольно такая, знаете, процедура, имеющая свои собственные механизмы. И в них надо разбираться, а не просто, там какая-то ерунда. То есть во всех этих вещах, которые вот так вот эффективно действуют, имеются свои механизмы, о которых мы и не подозреваем, и не разбираемся. А возможно, древние как раз и понимали, и некоторые люди и видели вот эти вот сущности, благодаря своим, значит, вот этим вот ясновидению. Вот. И они поняли, как от этого избавляться. То есть эта методика выливания испуга пришла к нам из очень глубокой древности. Ну, короче, вот этот идет, значит, минут 10-15, расслабление такое полнейшее, знаете, вот-вот. Ты куда-то провалился на раз, потом она заберет этот ковшик, а одновременно с этим она, то есть она ставит сковородку с воском для растапливания на такой огонь. И вот как раз заканчивается вот эта вот молитва, чтение молитвы, воск растоплен, она этот ковшик с водой с головы снимает,
И туда только раз выливает вот этот растопленный воск, и там смотрит, ну там говорит, вот так, это вот так, это там, ну, воск, короче, застывает. И я так понимаю, воск застывая, вот это все еще, ну, считается, что застывший воск, когда воск застывает, он принимает форму, вот, грубо говоря, того или той сущности, от которой человек испугался. То ли там вот некоторые говорят, вот это, то ли кошку видит, то ли собаку, то ли еще какую-то там ерунду, то ли еще чего-то. То есть не просто так, а, ну, а там кто его подумает? Возможно, от того, что воск льется, он застывает и вот так вот форма образуется, а не за счет того, что его там вот эта энергетика этой сущности, как бы сказать, выстраивает свою фигуру. Снимается на, то есть расслабляется, снимается на воду, и далее это все еще, когда воск льется, запечатывается в воске, то есть вот эта вот информация. Ну, было сделано где-то 3-4 сеанса. Кстати, существует метода, просто вы ложитесь спать и на тумбочку рядом со своей кроватью, ну, рядом со своей головой, ставите стакан с водой. Вот якобы на эту воду во сне тоже там могут переходить что-то ненужное для вас, скажем так. Мне даже понравилось вот это вот все это расслабление. Сначала настороженно относится, а потом вот как, знаете, вот даже хочется. И примерно месяца, вот это вот в начале лета было, значит, сеансы это. А в конце лета, я смотрю, а пятна-то практически уже сошли. Там, знаете, остались какие-то махонькие следы. И тут-то. А это, я думаю, уже карма. Пока я не забыл, а то мы пройдем. Кстати, существует еще одна аюрведическая такая процедура расслабления с помощью теплого масла, когда человек так ложится, лежа, да, он лежит, и ему теплое масло на лоб тоненькой струйкой течет, теплое масло, и так вот стекает, то есть... Это, я думаю, также способствует тому, что может снимать разного рода болезнетворную информацию, эмоциональную и прочее, которая вот как раз вот здесь имеется. То есть после этого достигается и глубокое расслабление, и успокоение. А успокоение достигается тогда, когда нас ничего не тревожит. То есть такая интересная, хорошая процедура, которая вот где-то такие же может иметь механизмы, вернее, один из них. Ночью, идя с туалета спать, 9-летний ребенок пугается собственную бабушку, которая приподнялась, я шел среди ночи, темно, полусонный, вот, и она приподнялась и говорит, это ты, Гена? И я среагировал на это черное. Значит, вот тут был испуг, так уж испуг. Я там заорал дико. Я чувствую, что-то еще у меня внедряется сверху. Я так сжался. Но вот это вот, можно сказать, сущность, можно сказать, все что угодно или еще. Но я просто вот чувствовал какое-то внедрение. Залезло. Дополню, самые сильные испуги происходят тогда, или потрясения, когда вы идете вот как раз в таком полусонном состоянии. То есть вы, можно сказать, в полусонном состоянии, вы открыты для любого внешнего влияния, воздействия, то есть не защищены. Вот эта вот полусонность именно вот раскрывает вас, раскрывает вашу энергетику, и если испугаться, получается наиболее сильные испуги и потрясения, от которых очень трудно избавиться. Вот это вот ерунда. После этого у меня эти пятна стали еще больше. И мне пришлось, вот знаете, как бы преодолеть вот это стеснение, вот этих белых пятен и прочее. Некоторые не любят, что прочее. В этих прочее заложено очень много самых разных переживаний. Когда ты
стесняешься подойти к девушке, когда ты стесняешься там, грубо говоря, показать руки, там, когда ты стесняешься раздеться в бане или еще что-то. Оказалось, да все эти там пятна, лишь бы ты их вот так не выпячивал, они только у тебя в сознании, никто особо на них не смотрит. Покажи свою, будем говорить, сущность, что ты собой представляешь. И люди на это начинают реагировать, а не на то, какой ты там внешний. И забывают о твоей внешности, кстати. Ты для них совершенно иным человеком предстаешь. Встречают по одежке, а провожают по уму. Они реагируют на твое внутреннее твое содержание. Это я вот понял. И я теперь понял, что должно быть сильнейшее глубинное расслабление, которого я пока достичь не могу. Я думал с помощью 40-дневного голода это сделать. И там, конечно, и опухоль вывел попутно, что очень хорошо. Да, самое ценное, это то, что опухоль вывел. Пока я это получится. Но это мне перестало мешать в жизни. Вообще перестало. Я уж не хочу говорить такую вещь, что некоторые считают, что вот эти белые пятна витилиго говорят о какой-то там избранности и так далее, так далее, так далее. Ну, говорят и говорят. Вот, что касается, значит, вот этой аллопеции, которая неправильна. Кстати, и аллопеция возникает от того, что человек испугался. Ну, как испуг. Я для себя разобрал вот это лечение там витилиго там различное и прочее, но я понял для себя одно. Если это возникло от потрясения, надо это потрясение убрать. А не то, что будем мазать, будем тереть, будем что-то есть или еще так далее, или еще так далее, и так далее, и так далее. То есть я вот вам рассказал вот это вот про витилиго, как бы сказать, открыто. Я открыт, видите, меня уже как-то ничего там не сдерживает, как тебе говорят, он ушел из-за того, что у него появились белые пятна, и он ушел с телевидения. От 700 тысяч рублей в месяц из-за пятен не уходят. Уходят совершенно по другим причинам. Ну так. Так что, ну как слабо, а что мне там слабо, не слабо? Еще разок я хочу сказать, то все, что вот я себе хотел, я это доказал себе. И это самое важное, не кому-то доказать, не еще там, ой, я вот такой-сякой, а себе доказать, чего ты достоин. Ну ладно, значит, дальше этот самый, тут дальше поднять самооценку, открылись и пошли еще. User KG8UF2SH2V 47 минут изменено, значит, написал. Микробиология – это прекрасно, а вы поголодаете дней 16, как я недавно. Столько черной желчи выйдет наружу, что снизится нужда в микробиологии. Ну, как говорится, можно и так есть. Далее. Значит, вот опять теперь. Здесь важно понимать, что лучше всего может влиять на разного рода микропаразитов. Причем влияет так, что это не будет портить ваш организм. Там можно принимать различные там средства, которые их подавляют, убивают, ну, типа вот химиотерапии. А можно использовать, допустим, то же голодание, которое создает условия для того, чтобы все это вышло в виде вот этого черной жижи. Важно понимать, чем это взять, как это сделать безопасно для себя и эффективно. И потом, чтобы дальше не заражаться этим делом. Или, по крайней мере, как-то себя уберегать. Вот как раз вот этот Zingler Player 1557. 3 минуты изменено. То есть свежачок. Читаю. Геннадий Петрович, спасибо за ответ. Но когда попробуйте отрасти... тогда попробуйте отрасти волосы на голове. Вот ё-моё, отрасти волосы на голове. Это, как бы сказать, иная тема. У одних это нормальная явление, как грубо говоря, облысение, это не из-за того, что что-то там человек там болен или еще, это просто конституция желчная. Желчная конституция
предрасполагает к тому, что у человека выпадают волосы. А у меня как раз она желчная. Кстати, есть люди толстые, как слоны. Они ж не того толстые, что они едят там круглые сутки. А вот такая у них конституция, широкая кость, и они набирают. То есть здесь же нельзя сказать, что вот ты такой-сякой ешь тут. Они, наоборот, очень мало едят. А зато вот, ну как слоны выглядят. И что тогда им делать? То же говорит вот это, ага. Ну, знаете, вот опять-таки, надо как-то по-взрослому относиться, а не по-детски. Лысина, вот, ну, я-то вижу нормально, ну так вот сблизи, очки там, загораю и так далее. Вот. Отрасти волосы на голове, вот надо что-то отрасти. Что касается половой активности, о которой я так рассказал, я это дело вырезал, но хочу подчеркнуть, что усиление половой активности, потенции, вот в таком вот возрасте, как у меня, это говорит о том, что те занятия, которые я практикую сейчас, а это мощнейшее мышечное напряжение, оно влияет на гормональную систему. И с помощью вот этих мышечных напряжений можно добиваться того, что ваша гормональная система, половая потенция будут находиться на довольно-таки высоком уровне. Это особенно важно после того, как человек там позанимался, и вот там спортом там качался, потом все это дело, как бы сказать, подзабросил, и дальше у него из-за приема стероидов ничего не работает. А хотелось бы, он еще молодой человек, чтобы все это нормально работало. И вот они ничего лучшего не знают, как такой термин есть, гормон-заменительная терапия. То есть они продолжают принимать эти гормоны там, в каких-то там дозах, якобы поддерживая свою гормональную систему. А на самом деле продолжая ее уничтожать. Потому что гормональная система начинает вырабатывает гормонов все меньше и меньше, по той причине, что вы их вводите извне. А зачем им вырабатывать, допустим, 100%, когда вы, допустим, ввели 20%? И сначала это получилось 120, и вы так хорошо себя чувствовали, выдали там результат, а потом вот такая вещь идет, как привыкание. А потом организму, значит, когда курс у вас кончился, он думает, а зачем я буду опять-таки вырабатывать там вот эти вот 100%, когда можно это все получить извне. И в результате только раз на 20% меньше, то есть 80%. А вы еще там добавляете, чтобы подстегнуть. И так у вас гормональная система дает просадку, и вы не знаете, как ее восстановить, а вы еще молодой человек, вам еще жить и жить и жить, и что делать. И вот как раз вот эта вот изодинамическая гимнастика с ее чудовищными, но правильными напряжениями способствует тому, что она активирует и половую функцию за счет выработки гормонов. Вот интересные вещи. Это то, что я прочувствовал на самом себе. Это мой опус. Это будет то же самое, что восстановить разрушенные аксоны в белом веществе ГМ. Так, я тоже уже себе все доказал, но благодаря изучению микробиологии, подсказки врачей, микробиологов, которые вы высказывали и доказывали при помощи методики лечения, что РС, расхлебный склероз, это инфекционное заболевание, передающее воздушно-каменное, я так понял, рассеянный склероз. Впрочем, как и ковид, который также в ряде случаев вызывает рассеянный склероз, РС. Ну, РС, я так понимаю, это. Если вы прочитаете учебник по микробиологии под редакцией Зверя, то найдете, что бляшки – это разрушенные вирусом колонии клеток. Как-то так. О чем я говорил? Что имеется какая-то причина разрушения вот этих вот оплетки, этих нервных волокон. Я же об этом говорил. Или вы это пропускаете? Что причина какая-то есть? То, что в ряде случаев фарма нам необходима, это факт.
А позвольте, фарма необходима, это факт. А в начале что делалось? Из чего, как бы сказать, лекарства делались? Да они делались на основе растительного сырья. На основе растительного сырья делается и фарма качественная. А если вы фарму какую-то, грубо говоря, из нефти делаете там, и опять-таки, вы думаете, вот этим одним курсом все это сделаете? Вон, грибок лечат. Ног, сколько там надо этого грибка, этого самого, курсов, когда там все в организме. Лечат, и вот так вот. Кстати, я думаю, что вот этот рассеянный склероз, который возникает от возбудителей вот разного рода этих микроорганизмов, их, так как это возбудители самые первые жили на Земле и до сих пор живут, они настолько сильно приспособились, настолько изощренно приспособились, что их там курсом одним, двумя, тремя там очень трудно вообще это самое вывести из организма. И вот бывает так, что вроде бы как подавили. Они просто с одного места перескочили в другое место, притаились там, и когда все это дело закончилось, и вы думаете, все, вы вылечились, вы здоровы, они потихонечку начинают вести свою разрушительную работу совершенно в ином направлении. И вроде у вас нету рассеянного склероза, а у вас там что-то кости начали там разрушаться. Или там какие-нибудь эти самые кисты образовываться, или еще там какая-то эта ерунда. С этим делом очень, знаете, надо настороженно, как бы сказать, обращаться и следить, и не думать, что вот вам повезло с первого раза, все там ушло. Вы там еще понаблюдайте за собой. А нет ли у вас таких своеобразных рецидивов в другую область? Необходимо, это факт. Ну, применяйте, если факт, применяйте. Лучше приму керосина, если это мне потребуется, нежели там эту фарму, которую надо потом выводить. Это ж важно понимать, что ввести там и введем, а как мы это все выведем потом. Так, а все заболевания передаются, когда люди находятся в скученных условиях при отсутствии вентиляции. Порой для животных созданный слой лучше, чем для человека, а растительный склероз у себя я вылечил. Вы знаете, что я хочу сказать в связи с вот этими событиями, которые сейчас происходят, а это у нас 24 июня, изучайте науку самооздоровления, изучайте натуропатию, изучайте вот это вот, как бороться с паразитами, чтобы в случае чего, когда не будет никаких лекарств, вы не были какие-то, знаете, беспомощны перед тем, что у вас заболели там дети, вы сами заболели там, еще там что-то там возникло, какое-то отклонение в здоровье, а вы только думаете, вот только лекарства. Вот, знаете, вот опять-таки смотришь в телевизор, и там рассказывают, вот там Гришу, Мишу, Таню, Маню там лечили, ничего там не вылечили. Но вот в Швейцарии, например, или в Америке есть лекарство за 3 или за 5 миллионов, вот оно уж точно вылечит. Что нам нужны, мол, деньги. А по большому счету оказывается, что не понимая ни причин, ни следствий, деньги выброшены на ветер. Без всяких гарантий. Ну хорошо, я рад за вас, что вы вылечили. Вот, можете даже теперь, знаете, вот мне интересно больше послушать не вот то, что вы тут написали там какие-то тайм-то, а просто напишите, вот у меня во столько-то лет появился рассеянный склероз. Симптомы рассеянного склероза были вот такие-то, такие-то. Вот год, сколько вам, значит, было лет, после чего это появилось, очень интересно знать, вот не было, а потом появилось, там переболели, не переболели, или были в скученных там условиях там каких-то там, ну вот это самое. И потом, значит, что вы начали делать? Вот, грубо говоря, вот мне теперь интересно. Такие-то лекарства, какие-то, такие-то курс у вас, такой-то, и все. А вот альтернатива. Проверить действие гравитационной гимнастики Самодумова решили в Америке. И для этого ему соответствующую клинику дали больных рассеянным склерозом.
И вот он их вылечил без единой таблетки с помощью вот этих вот упражнений, которые повышают энергетику. А что делает повышенная энергетика, вы знаете? Она просто-напросто вытесняет. То есть вот ваша энергетика вытесняет, это самый лучший иммунитет, энергетика повышена. Она вытесняет разного рода микроорганизмы, которые у вас имеются. Благодаря тому, что у человека снижается энергетика, ну, грубо говоря, после переохлаждения, переутомления, после стресса и плохого питания там, и так далее, у него, говорит, он становится просто-напросто куском мяса, на которую могут паразитироваться. А как только энергетика возрастает, она это усё, понимаете, вытесняет. И вот они все это, там, которые занимались, выздоровели. Это все там было написано в научном журнале и так далее. Самодумов об этом говорил. Я ссылаюсь на него. Вот найдите эти видео, в которых он рассказывает. Их не так уж много. Про эту гравитационную гимнастику и так далее, и так далее. И вот вы как раз вот опишите, как вы вылечили у себя рассеянный склероз. Вот это будет интересно. Да, мы с вами беседуем, я не хочу никого обидеть. Что я еще хотел бы сказать вот насчет изодинамической гимнастики, увеличения энергетики. Вот у меня были проблемы с предстательной железой. Ну, я как все, значит, там керосином пробовал, да, на какое-то время помогал. Я пробовал там антипаразитарку, да, на какое-то время помогала. И, как правило, я помню, у меня как появились лет там с 14 прыщи с задницы, так они то больше, то меньше, то больше, то меньше, то больше, то меньше по всей жизни, значит, были там. Один-два имеется, а то побольше. И вот после занятий изодинамической гимнастикой на этом чудо-тренажере, я только раз кожу на промежностях, на ягодицах, а прыщей нету. Знаете, вот эта энергетика, особенно когда вы давите ногами, когда вы вот это упражнение штанга на поясе, вот это мощное тут происходит, значит, энергетические всплески, выбросы и так далее, и образование этой энергии, она пережила и подавила всю гноеродную инфекцию, которая у меня в предстательной железе и в той области, в частности, была десятилетиями. Предстательная железа заработала, оргазмы пошли такие, знаете, можно так сказать, божественные. Вот что делает. А как вы там добьетесь там таблетками или еще чем-то, или еще чем-то? Это в молодости там еще что-то там вот такое бывает, когда ты там свеженький, хорошенький там. И особенно вот когда вот этот простатит имеется, и все там у вас гниет, и все это поражено гноеродной инфекцией, и туда проникнуть как-то, вот то массажом, то еще что-то делают, то еще там пьют антибиотики. Особо не это, не эффективно. А это оказалось то, что надо. Так раз, и энергетика такая. Энергетика. Кстати, это очень полезное вообще занятие и для женщин. Как раз оздоравливает органы малого таза, таза вообще. Ну, это женщина похорошеет, потому что женщина есть женщина, когда у нее здоровый таз, здоровые детородные органы. А именно к детородным органам, как самым таким лакомым местам в организме, вся вот эта нечисть паразитарная и стремится. Мотайте на ус или на косичку. Рассеянный склероз и прочее. Здесь, значит, пользователь КГ8УФ2СH2В 3 часа назад пишет: меня тоже удивляет цена гимнастики в Серпухове 10 тысяч за занятие. А я, знаете, начинаю понимать, почему такая цена, чтобы, то есть, Самодумов, он, как и я сейчас, он понимает ценность этой гимнастики, насколько, что она может творить чудеса. Это раз. И для того, чтобы не лезли разного рода там люди, которые вот из любопытства или еще из-за чего-то там, вот как, грубо говоря, есть в спортзале
несколько человек профессионально там качаются, занимаются, а остальные приходят так от безделья, там что-нибудь поднял, не поднял, смотрят, ага, бивень вырос, не вырос и так далее. Потом говорят, да, я занимался там, и ничего нету. Дело в том, что вот я практически все посмотрел по гравитационной гимнастике, и он собирал конференцию, показывал, насколько это полезная вещь, насколько она может творить чудеса там, и вылечивает онкологию, и вылечивает там псориаз, и вылечивает тот же рассеянный склероз, и так далее, так далее, так далее. И знаете, и что? Официальная медицина, вот это люди, больные люди в белых халатах, которые вот сидят на ставках, на полторы ставки, две ставки и так далее, и так далее, и так далее, и думают, что они лечат, так вот они лечат, они сами больны, они не заинтересовались этим. Вообще, от слова вообще. Поэтому он уже, иди все конем. Поэтому он на все это плюнул и после той презентации перестал что-либо рассказывать, давать эти интервью. Уже все сказано, уже все рассказано, уже все доказано. Не! Кроме там вот тех девчонок, которые там с ним занимались, ну и ряда других людей, ничего не интересно, ничего не надо, ничего не это там. А обидно, понимаешь? А обидно. Хотя, если думать о перспективе, то, наверное, смысл есть. Смысл есть. А перспектива. Это уже человек думает о перспективе. А мы столько тратим на всякую ерунду и не считаем это расходами. Ну, это есть такое, да. Я так прикину, что если провести у них несколько занятий, понять смысл, усвоить культуру движения, а потом купить тренажер на рычагах. Ну, я был где-то, наверное, 3 занятия. В Серпухове. Что я хочу сказать? Общался с Самодумовым. Не он, не его, будем говорить, эти самые помощники, которые тебе блины там навешивают. Они ничего особо не рассказали о этой гравитационной гимнастике, что что-то там, как делается, ну так вот примерно так, примерно сяк. Информации практически не было никакой. Вот ты, кроме что видишь, что ага, вот так поднимается, это вот так вот. Что, что, как. Чем поднимать, как поднимать. То есть внешне ты видишь. Ничего, вот лично я от этих 3 занятий не схватил для себя. Я написал, лучше у меня позаниматься, о цене договоримся, насколько я знаю. Я дальше всех ушел, занимаясь на этом тренажере. Насколько я слышал те слухи, что до меня там дошли насчет занятий тренажера. У меня своя собственная методика, которую я кое-где там проверил на людях, которые ко мне там приходили. Вот. И плюс, естественно, на себе самым любимым я стал и становлюсь совершенно другой личностью. Это очень важно, идет трансформация. Есть разного рода подводные камни и так далее, и так далее, и так далее. Но я это прошел. 4-й год идет. Почувствовал вот, ну, совершенно иное. То есть личность и тело преобразуются. Это такое непередаваемое, значит, ощущение. И... То есть я знаю, как это уже сделать. Не кто-то там подскажет, не подскажет, так далее. И вот пользователь этот же говорит, спасибо, Петрович, а я прочел недавно, что вы закончили набор учеников, хотелось бы с вами позаниматься. Значит, действительно... С чем я столкнулся? Вот с учениками. Приходят люди. Вот один Тигран оказался человеком дисциплинированным, приходит каждую неделю, понедельник занимается. То есть это для него самое первое стало. На первом месте стоит по значимости, то есть шкала ценностей. На первом месте стоит занятие из-за динамической гимнастики в 9 часов утра в понедельник, а потом все остальное, семья, работа и 5-10. Так он благодаря вот этому, он уже отрывает вес штанга на поясе 680 килограммчиков. Он уже почувствовал это, он уже вкусил то, что те плоды, которые может давать эта гимнастика. И он говорит, вот заниматься. Все же остальные, которые приходили, которым надо приходить, с больными спинами и так далее, позанимавшись раз, два, почувствовал улучшение, даже я особо там никаких денег-то не брал, ничего, я говорю, вот вы позанимайтесь, а потом вы уже сами там оцените, что и как там,
стоит там платить. Ушли и изредка возвращаются, когда им опять припечет. Они придут, опять позанимаются, все эти позвонки станут там на место и так далее. Ага, дальше можно. А об укреплении никаких вещей. А о развитии, чтобы еще каких-то вот этих развитий своих потенций, развития своих творческих этих психик, и нету и речи. И я вот это вот подумал. И что я, вот опять-таки, и что я буду вот вас тянуть сюда, тем более это мой собственный дом, там я здесь живу, вот, а вы тут будете говорить, а это мне некуда, а вот, и вот это, а вот время-то это такое. Вот если вы сможете у понедельника, вечером, а лучше всего утром, другое дело, ну скажите, да работа, да еще что, да опять, ну, короче. Короче, поэтому закончен набор, хотел бы позаниматься. Ну вот хотели бы позаниматься, значит, позанимаемся. Они хотели, значит, ну, это что касается, значит, вот как раз этой гравитационной гимнастики. Дальше мы идем. Мимик 9939, 3 часа назад пишет, добрый день. Третий день голодания. Утром выпила воды, итмин. А что это за голодание, если вы пьете воду и тмин? Ну, воду нормально. А зачем вы тмин пьете? Это уже не голодание. Это просто какая-то своеобразная такая диета, которую вы себе придумали. То есть это говорит о том, что человек не понимает, что такое голодание. Он думает, что если он пирожок не ест, а компот пьет, это голодание. Утром выпил воды и тмин минус 3 килограмма, но появились боли на всю брюшную полость, особенно в нижнем отделении, при надавливании, то очень больно. Когда человек начинает голодать, все, что у него скрыто, грубо говоря, болячки, недомогания и прочее, голод начинает выковыривать. Об этом же я рассказывал, что кризисное явление, та-та-та-та-та-та-та. То есть у вас, прежде чем вы что-то начнете делать, об этом я уже 10-й раз говорю, должна быть какая-то теоретическая подготовка, чтобы вы своим разумом понимали, что вы делаете и что с вами происходит. Я думала, что у меня проблемы с печенью. Ага. Анализы показали повышение трансаминаз, мочу не сдавала. Что мне делать дальше? Я написал, бросать и обучаться ведению ЗОЖ только по моим книгам и по моим видосам, чтобы у вас не было какого-то разночтения, что если вы пьете компот или там чай на травах и так далее, вы голодаете. Нет, это своеобразная диета. Я об этом уже много раз говорил. Но люди не понимают, они не тренируют себя к голоду, никак они не готовятся, они не узнают свои реакции организма на тот же голод, на вход в него, на проведение, на выход, на прием, допустим, грубо говоря, того же там тмина, сколько там они, там этого тмина. И потом получается, что вот это такое все, вот якобы лечение с помощью там таблеточек и так далее, оно, знаете, как бы мягко, вот что-то болит, оно только раз, и перестало у вас болеть. И все прошло. Вот это, мол, лечение, вот такое должно быть, считают. А на самом деле оно совершенно иное. Как болезнь входит в виде кризисных проявлений, температуры и так далее, так точно так же она и выходит из организма с такими же кризисными проявлениями. И об этом тоже официальная наука там говорит. Ну, официальная наука, знаете, вот есть знаний очень много, которые там добыто, все там подтверждено и так далее. Но мы будем пользоваться вот этими, а это все нам не надо. Никакой там этой самой изодинамической гимнастики, никакого там голода не надо. Вот как говорит от рассеянного склероза Ахварма. А рассеянный склероз и голодом берется, и изодинамической гимнастикой берется там. И да, и если там копнуть ее еще там. Но мы знаем, вот люди в белых халатах, которые больные, понимаете? Одно дело лечить болезнь, а совсем другое – быть самому здоровым. Это разные вещи. И люди в халатах
будем говорить, леча других, как они там считают, нужным согласно протоколу, они сами становятся больны. Потому что они там постоянно присутствуют вот в этой болезнетворной ауре. И посмотрите на них, я посмотрел, да там ни одного здорового человека. То так, то сяк, то пятое, то десятое. Мы-мыки. Так, значит, ответил, что мне делать дальше? Бросить все и читать. И начинать с простых вещей, таких как ходьба, чтобы вы начали ходить. Давайте дальше. Вот еще пользователь RWW6ER9IWW4W3 часа назад пишет: «Здравствуйте, но ведь витилиго – это тоже аутоиммунное заболевание». Значит, я слышал, там где-то на Кубе они там что-то там лечат, что-то еще и так далее. Я уже как-то вам говорил, но еще разок повторю. Майкл Джексон, всемирно известный певец, который в 49 лет почил. Где-то, когда ему, он довольно-таки молодым человеком был, у него была такая шевелюра, как у Анджелы Дэвис, снимали рекламу, это вы можете даже найти, это видео есть, снимали рекламу пепси-колы с его участием. И по какой-то причине он там оказался вблизи осветительного прибора, и у него эта шевелюра вспыхнула. И как раз есть, она вспыхнула, он бегит, а тут голова горит, волосы горят. То есть это сильнейшее переживание, то есть, как мы говорим, стресс. Эмоциональное потрясение, которое надо убрать. И после этого у него возникли белые пятна. Вот такие вот, как у меня, белые пятна. Но так как вот рассуждает белые пятна, надо, значит, их как-то это самое заколбасить там. Ну, разных методов лечения огромное количество. Но вот здесь вот, знаете, я так считаю, вот ученые несут такую чушь, проверить которую обычному человеку невозможно. Поэтому они безнаказанно там рассказывают, что вот это лечит, вот это вот пересадки, вот это то, вот это та-та-та-та-та-та-та-та, вот это лекарство, а вам не помогло. А вот есть за 5 миллионов, которое наверняка поможет. Только вот достаньте 5 миллионов, и вы можете по миру, значит, с протянутой рукой пойти, как-то нашибить эти 5 миллионов, и ничего не выйдет. И вам тогда скажут: а, да это ж у тебя аутоиммунное там заболевание. Ну, короче, с Майклом Джексоном, так как у него есть мани-мани, были мани-мани-мани-мани-мани, большие мани-мани-мани-мани, знаете, надо сделать так, чтобы по максимуму ограбить этого доверчивого человека. И они ему сказали: Майкл, а зачем мы тебе будем там лечить или еще что-то делать? Давай мы сделаем так, что мы тебя обесцветим, ты будешь белый. Представляешь, ты будешь белый человек. Майкл развесил уши. Да вы что? Да. И, короче, а как это делается? Это делается с помощью того, что человек теперь непрерывно в течение каждого дня, недели, года и так далее, так далее. Да, так далее, так далее. И я хочу сказать так далее, так далее. И это так далее наблюдается практически при лечении, в кавычках, всех заболеваний. Сахарный диабет, вы теперь сидите на этих таблетках. Ага, суставы болят. Вы сидите на этих таблетках, да, всю оставшуюся жизнь. А гипертония у вас, давление надо снижать на этот. Ага, надо же еще вам кровь разжижать. Вы сидите на этих таблетках, а не эти таблетки, ну, снизили, допустим, там, убрали боль, снизили давление, сахар там, еще там, воду лишнюю выбросили. Но они же оставляют свои собственные следы, которые оказывают то или иное вредное действие. И вот это вредное действие, так как
было сказано, что вы теперь до конца жизни, она убивает вас еще раньше, нежели бы убила то заболевание. К этому заболеванию добавляются еще все остальные. И наш организм должен всему этому, будем говорить, противиться, противостоять. А это все же можно сделать, опять-таки, с помощью здорового образа жизни. Но правильно понимаемого, а не то, что там, ага, я там буду качаться, буду принимать добавки, там буду там еще там что-то там делать, такое процедуры, мол, вот это вот, а, регулярно проходить обследование, мне это такая, опачки, ведут какой-нибудь раствор, от которого, ну, видите, один сразу умер, шок у него возник, а у другого, он говорит, шока этого нету, а что-то другое будет. Или типа вот, как с этим вот уколом обезболивающим, раз, сделали. Тоже, знаете, вот, я понимаю, вот у меня тут дочка недавно родила внучка, год, наверное, 4 месяца где-то, вот, 5 месяцев, тоже делали вот этот вот укол обезболивающий. А может, как-нибудь по-другому бы это сделать? Или вообще, я, конечно, не женщина, чтобы как-то обезопасить наших женщин, чтобы им и комфортно рожать было, и в то же время безопасно. Пусть, возможно, вначале это было некомфортно, но зато родила и все как бы нормально. Нежели тебе сделали обезболивающий вот этот укол туда, надо попасть, надо все это так, опа, попал, не попал там это, и ты безболезненно родишь, а зато потом у тебя вот такие вот проблемы будут на всю оставшуюся жизнь с ногами, и ты, для тебя уже жизнь не в радость, вот как в данном случае. Вот как-то бы подумать. Я думаю, есть же какие-то и должны быть альтернативы. То есть на всякое, грубо говоря, лечение имеются несколько самых различных методов. И при этом применяют не самые эффективные и безопасные, а часто такие, где можно с пациента срубить побольше денег. Ну, например, вот опять-таки мы выйдем поэтому по телевизору, как переключишь на какой-нибудь там канал, не на первый, не на второй, на другие, и начинается там в рекламе, а вот дайте. Да вы же до этого там лечили, делали там операции, и вот опять надо вот такую вот сумму, вот она-то уж наверняка поможет. А чем вы занимались вот это время? Удивительно. Видите, так далее. А видите, сколько там на так далее, лась. Принимает вот эти лекарства, которые обесцвечивают, то есть подавляют выработку пигмента клетками кожи. Подавляет. И он стал беленький, неестественно беленький, если вы посмотрите. Вот тут вот близко, как бы сказать, к аллопеции, только волосы-то остались. То есть его обесцветили, посадили на таблеточки. Давай, Майкл, естественно, эти таблеточки, которые принимают, которые подавляют работу вот этих вот выработки пигментов, они, во-первых, подавляют организм, а во-вторых, их надо еще выводить из организма. И он продержался на всем этом, знаете, вот пока есть жизненный потенциал, 49 лет, и нету человека, у которого вот голова работала в сторону музыки, тут он был богом, а вот в сторону своего здоровья, а он что это вот, ничего не изучал, ничего ему не надо, что ему сказали, он там какую-то там травку ел, какую там травку ешь, если ты горстями таблетки ешь. И вот это его и хватило, всю эту жизненную силу он выжег и, пожалуйста, скончался. С деньгами, с этим, со славой, с признанием и прочее. И прочее. Нету. Из-за того, что не интересовался. А вернее, могут преподнести так, что это правда. А на самом деле это далеко от правды. Это тоже важно понимать. Того же там витилиго, и рассеянного склероза, и ряда там других заболеваний. Гипертонии, ангины, там псориаза. Дальше не буду говорить и прочее. Это вы уже сами добавите. И вот и тут тоже человек
пользователь этот совершенно своей головой не рассуждает. То есть он видит вот так вот. А вот так он уже не может посмотреть. А я тоже смотрел вот так вот. Я так смотрел, да. Как и все мы, я смотрел вот так. Я свято доверял людям в белых халатах. Они же знают. Знаете, вот создается какое-то мнение, что они знают. А потом, когда, как говорится, посмотрел, вот как это самое, оказывается, а король-то голый. Не лечить, ни себе помочь не могут. А считает вот это все, вот эта индустрия, о, она, мол, работает, о, она, он-то что-то делает. Она вам так и не поддалась. Она вам так и не поддалась. И на это, на эту, значит, вот это вот так и не поддалась, я перестал обращать внимание, и за счет вот этих белых пятен я приобрел нечто другое в своем сознании, которая позволяет чувствовать себя человеком. Возможно, вы видели видосики, где мужчина без рук, без ног выступает с мотивационными лекциями, рассказывает, как он стал жить полноценной жизнью, завел семью, ребенка. То есть вот... Тоже тут такой яркий пример сказать, вот ты тут без рук, без ног, там кто, что там, как-то там. А человек доказал, взял и доказал, что я могу жить и без рук, и без ног, и иметь нормальную семью, и при этом зарабатывать и деньги, и чувствовать себя, знаете, вот именно для себя, чувствовать себя нормально, комфортно, несмотря на такие вот штуки. А тут, грубо говоря, с пятнами, и люди стесняются или еще с каким-нибудь там, да будем, ну, изъяном так, каким-то небольшим, они стесняются, они комплексуют, и для них вот это вот все, вот этот их комплекс сводится к какой-то непреодолимой препятствии. А важно все это преодолеть и использовать вот эти все вещи для своего собственного развития, совершенства и духовного роста. А не какой-то, грубо говоря, знаете, вот каким-то инвалидом, каким-то ущербным. Вот это вот стеснение, ущербность и прочее, прочее, которое присутствует в огромном количестве практически у каждого человека. Редко там какой человек без всякого рода комплексов. Вот это мне позволило вот от всего этого отделаться. И даже, можно сказать, вот и интересно, как бы сказать, не было, как говорится, не было бы это самое. Счастье, да несчастье помогло. Ну, представьте, я был на Первом канале ведущим и ушел сам. Это вообще, знаете, это такая вещь. Сами люди оттуда не уходят. Они там, будем говорить, вцепились в эти деньги, вцепились в это любыми средствами, они там держатся. Кит перед вами. Самостоятельная личность. Недавно я смотрел фильм интересный такой, восточный. И там, говорит, человек должен быть как китайская монета. Круглая снаружи и квадратная внутри. Квадрат внутри – это ваш стержень. Вот этот стержень выковывается в течение жизни. И вы становитесь самостоятельной личностью, повлиять на которую невозможно. Благодаря вашим знаниям, которые проверены вашим опытом. Вашей жизнью они проверены, выковаты. Айда Петрович, айда молодец! Со всеми. Но внутри остаетесь сами собой. Вот это другое дело. Поддалась, не поддалась. Поговорим на эту тему. И как раз я поговорил на эту тему. Закончим следующим комментарием. Юзер TL1NF5IS3N. Геннадий Петрович, я вас люблю.
Благодарю, я вас тоже люблю. Я с вами побеседовал с любовью, без вызова, без всего. Я рассказал, я открылся. Многие люди стесняются открываться, рассказать какие-то там тайны, какие-то там свои изъяны, еще прочее. Я все это открываю для того, чтобы стать более совершенным, избавиться от всех этих комплексов, почувствовать силу. Не комплекс над вами, это самое, давлеет и прижимает. Он ушел с телевидения, потому что у него белые пятна, ой, целитель. А из-за того, что вы все это преодолели, вы стали гораздо сильнее. Сделайте себя гораздо сильнее. Так, я вас люблю, я вас тоже люблю. Благодаря вашим книгам и вашему опыту. Опять-таки, опыт пускай там и мой. Но в книгах знания собраны, я в который раз подчеркиваю, это общечеловеческие, это не опусы мои, которые я там, знаете, что-то там рассказываю. Это общечеловеческие знания. Вы имейте здравый рассудок, чтобы это все понять, отделить и применить для себя. По-другому стал относиться к жизни, к оздоровлению, но благодарю. Вот и на этой, так сказать, ноте. И закончим вот этот наш опусик. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.